Кубку Конфедерации нужно приукраситься, например, у парка Дендрарии, обновить ограждение. Я предлагаю вам встать на одну изгородь человека три, для того, чтобы... На одну секцию, да, вы имеете? Да, на одну секцию человека три, для того, чтобы, ну, и быстрее работа шла, и качественно это все было. Как известно, парк является памятником садово-паркового искусства и ежегодно принимает тысячи гостей. Поэтому и внешний вид его должен быть безупречным. Волонтеры в специальной одежде с кисточками в руках с энтузиазмом приступили к своей работе. Краску, перчатки и инвентарь выделил сам парк. Подобные экологические акции проходят сегодня во всех городах, которые принимают у себя Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Правда, фронт работы у всех разный. Сочи к предстоящим событиям подготовил 1300 волонтеров, которые прошли жесткие отборы и уже готовы работать на главном футбольном событии мира. У нас уже сейчас вышло на Кубок Конфедерации работать около 300-350 волонтеров примерно. И где-то к 16 июня у нас уже выйдут все 1300 волонтеров, которые будут помогать организации в проведении Кубка Конфедерации.